За стабильное развитие заполярного региона и тепло в каждом доме. 22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетической промышленности. В Ненецком округе она представлена на Ринмарской электростанции. Вот уже более 55 лет она снабжает теплом и светом жителей города, поселка Искатели, Тельвиски и Красного. Мы контролируем напряжение, частоту, нагрузку, чтобы все было как бы в норме, чтобы в сети было качественная электроэнергия. 24 часа в сутки энергетики сидят за пультом управления, чтобы качественная энергия поступила в каждый дом. Мощная установка в 30 мегаватт полностью покрывает потребности заполярного города. Благодаря работе электростанции в окнах горит свет и гулять по городу можно даже в полярную ночь. Бесперебойная работа предприятия – заслуга каждого работника из 13 отделов. Ну, большинство, конечно, у нас добросовестные, но есть, вот, конечно, неплательщики, заядлые. Как с ними боретесь? Выписываем предупреждения, как бы звоним, предупреждаем в устной форме, в письменной. Сегодня абоненты электростанции – это 14 тысяч физических лиц и более 600 юридических. Предприятие с каждым годом повышает качество услуг. Так, в 2015 году практически в два раза сокращено количество отключений. Вместе с тем уменьшилось и количество потребляемых ресурсов. По топливу у нас сокращение порядка 500 000 кубов природного газа. Ну, если, допустим, во закрытых величинах, это порядка 500 000 кубов. Все вот это, то, что мы выполняем в процессе года, подготовки к осенне-зимнему периоду, программа ремонта, реконструкция сетей, все это сказывается на надежности и на качестве электроснабжения. В день профессионального праздника одно из градообразующих предприятий округа поздравили депутаты окружного собрания, профильный департамент и губернатор. Наринмарская электростанция признана лучшим предприятием округа по итогам работы в 2015 году в номинации «Стабильность года». Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север».